Добрый день, вашему вниманию представляем устройство SkyDisco Music Box Bluetooth 2. Это само устройство, его радиомикрофоны, микрофоны на аккумуляторах, антиролы для микрофонов, их ветрозащита, провод зарядки для микрофонов и провод AUX. Это блок питания самого устройства и подробная инструкция. SkyDisco Music Box Bluetooth 2 управляется как с корпуса, так и с микрофонов. На корпусе имеются кнопки управления звучанием музыки, управления плеером. Также они сдвоены с громкостью, минус громкость, плюс громкость. И кнопка переключения сигнала. Микрофон устройства Music Box Bluetooth 2 устроен таким образом. Он имеет информационный экран, где показана частота, уровень заряда, канал микрофона, это канал А или Б. И также при нажатии каких-либо кнопок будет показан номер кнопки. Что обозначают кнопки на устройстве? Music Plus и Music Minus – это громкость звучания. Кнопка вот эта и кнопка Crack – это ваша тональность голоса. Голос можно сделать низким или более высоким. Кнопка RV обозначает функцию подавления вокала. Кнопка Clap – это аплодисменты. Также есть следующие кнопочки. Настройка громкости микрофона. И выбор канала микрофона при настройке сопряжения с базой, которая находится непосредственно в корпусе устройства. Микрофоны аккумуляторные, их нужно заряжать от устройства, либо через USB провод, как было сказано ранее, лежит в комплекте. Для зарядки заряжается через разъем micro-USB. Основная функция устройства SkyDisco Music Box Bluetooth 2 – это прослушивание музыки и караоке-система. Она подключается по Bluetooth к любому мобильному устройству, планшету либо вашему телефону. А также по Bluetooth можно подключить к телевизору, если у вас в телевизоре есть такая функция. Давайте посмотрим, как это делается. Заходим в настройки вашего телевизора, в данном случае у нас настройки, подключенные к ней смарт-приставки. Находим настройки устройств, функцию Bluetooth. Bluetooth у нее называется X668. У нас она уже подключена. Далее используем, например, YouTube. Введем запрос. Караоке. Так, что у нас тут есть? Например, большой выбор, не знаю, за что взяться. Например, куда уходит детство? Вот, музыка пошла через наше устройство. А мы берем в руки микрофон и начинаем петь.